Это их жизнь как бы. Сейчас нам готовят шаурму. Шаурма очень вкусная штука. Сейчас мы ее попробуем. Вот эти ребята молодцы. Они мастера в своем деле. Смотрите, пожалуйста, на их работу. Мастерски, методично вот сейчас нарезают мясо. Мясо пожарено со всех сторон. Такими маленькими кусочками. Красиво, да? Вот там уже готовят, значит, лаваш. Я так представляю, что лаваше же шаурма, да? Походу, да. Как он точит ножи изящно. Сегодня готовят, короче, из пингвина. Сегодня шаурму готовят из пингвина. Мы делали специальный заказ. И стоит всего со скидкой 110 рублей. 110 рублей со скидкой, да. Смотрите, вот это, значит, ВДНХ, там, ВВЦ, как его сейчас называют. А вот воробей пришел, короче, с нами разделить. А вот воробей пришел разделить с нами трапезу. Посмотрите на нашего друга. А ну, он убери, что. Он, значит, этот друг, не успеваю за ним. О, вот, поймал. Он что, жрет, сволочь такая, а? Что ты жрешь? А мы стоим голодные. А люди стоят голодные, а воробей что-то жрет. Он нас троллит.